Ну вот вчера здесь выступал великий Сергей Никитин. Следующая песня, я к чему? Я очень редко пишу песни на чужие стихи. На моей памяти два таких эксперимента. Оба на стихи людей, которые от нас уже ушли. Вот следующая песня, это Геннадий Шпаликов, всем известный автор песни «Я иду, шагаю по Москве», собственно говоря, сценарист этого фильма, где прозвучала эта песня. Я просто, когда этот стих прочитал, чем я крайне редко занимаюсь вообще чтением стихов, у меня сразу вот музыка возникла, я написал. Если бы я знал, что Сергей Никитин, а также покойный Берковский тоже на эти стихи написали свои песни, я бы, конечно, не занимался бы этим. Ну вот некоторые друзья говорят, ну вот ее написал по-своему. Ну, наверное, так у меня вот третья песня всегда несколько такой направленности. Не третьего тоста, но примерно где-то близко. Потому что, ну, мало того, что мы теряем людей, друзей, близких, к сожалению, мы не всегда используем те возможности общения. Вот они вроде рядом, и слава Богу, и мы этого как-то не всегда замечаем. А потом бах, теряем, а потом думаем, что где-то не договорили. По крайней мере, у меня такое в жизни неоднократно случалось. Люди теряют только раз, и след теряя не находят. А человек гостит у вас, прощается и в ночь уходит, прощается и в ночь уходит. А если он уходит днем, он все равно от вас уходит. Давай сейчас его вернем, пока он площадь переходит. Давай. Давай сейчас его вернем. Немедленно его вернем, поговорим мы, стол накроем, весь дом вверх дном перевернем, мы праздник для него устроим. Весь дом вверх дном, весь дом вверх дном перевернем. Людей теряют только раз, след теряя не находит, а человек гостит у вас, прощается и в ночь уходит, прощается.